не можете служить Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея, 6 глава. То, что евангельское чтение сегодня было за божественной литургией. Из беседы святителя Иоанна Златоустова. Помыслим и ужаснемся, что заставили мы сказать Христа, сравнить богатство с Богом. Если же и представить это ужасно, то не гораздо ли ужаснее на самом деле работать богатство Его, самовластное владычество предпочитать страху Божию? Итак, что же скажет кто-нибудь, уже ли не могло быть этого у древних? Нисколько. Как же Авраам и Иов угодили Богу? Спросишь ты, не о богатых упоминай мне, но о тех, которые раболепствовали богатству. Иов был богат, но не служил Мамоне, имел богатство и обладал им, был господином его, а не рабом. Он пользовался им, как управитель чужого имения, не только не похищая чужого, но и собственно отдавая неимущим. И что всего более, он не услаждался тем, что имел у себя, как сам свидетельствовал об этом, говоря, «Радовался ли я, что богатство мое было велико?» Потому-то и когда лишился богатства, не скорбел, но ныне не таковы богатые. Они, будучи несчастнее всякого пленника, платят дань Мамоне, как некому жестокому тирану. Богатство – это не только то, имея там миллионы, миллиарды, а это привязанность к чему-то земному. Простой вещи можешь привязать, и это для тебя будет богатство. У нас часто бывает, почему не был сегодня на молитве в храме? Разное бывает. Я в огороде работал, опоздал, не успел. Я сепарировал молоко, поэтому не мог прийти для того, чтобы воздать благодарение Богу, попросить новых благословений у Господа. Это тоже богатство, когда есть привязанность к этому, ставим выше того, чтобы иметь общение с Богом, выше ставим что-то наше, временное, житейское, земное. Любовь к богатству, овладев их сердцем, как бы некоторой крепостью, непрестанно дает им оттуда свои повеления, дышащие беззаконием, и ни один из них не противится этим повелениям. Итак, не мудрствуй излишне. Бог однажды навсегда сказал, что служение Богу и Мамоне не может быть соединено вместе. А потому ты не говоришь, что может быть соединено. Когда Мамона велит похищать чужое, а Бог повелевает отдавать и собственное имущество. Когда Бог повелевает вести жизнь целомудренную, а Мамона жить блудно. Когда Мамона повелевает упиваться и пресыщаться, а Бог, напротив, обуздывать чрево. Когда Бог повелевает презирать настоящие мирские блага, а Мамона прилепляться к ним. Когда Мамона нас заставляет удивляться мрамором, стенам и крышам, а Бог все это презирать и почитать истинную мудрость. Как же ты говоришь, что служение Богу и Мамоне может быть соединено вместе? И не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Видишь ли, как он опять, и притом гораздо сильнее, нежели прежде, обличает слушателей и показывает притом, что он не заповедует ничего трудного и неудобно исполнимого. Подобно тому, как тогда, когда он говорил, если любите любящих вас, то ничего великого не делаете, и язычники тоже творят. Если нам должно превзойти книжников и фарисеев, то чего мы будем достойны, когда не только не превосходим их, но и пребываем в слабости язычников и ревности их малодушию? На этом обличении Христос, однако, не остановился, но также после того, как тронул, пробудил, сильнее укорил своих слушателей с другой стороны, утешает их, говоря, «Отец ваш Небесный знает,
что вы имеете нужду во всем этом. Не сказал, знает Бог, но знает Отец, чтобы таким образом возбудить в них большее упование. В самом деле, если Бог есть Отец, и прям Отец сведущий и попечительный, то не может Он презреть сыном, находящимся в беде, когда даже и люди, будучи отцами, не делают этого. Вместе с тем, Христос приводит и другое доказательство. Какое же? Что вы имеете нужду во всем этом. Смысл этих слов и вот такой. Излишне ли это, чтобы Бог мог пренебрегать этим? Он даже и излишним не пренебрегает, как, например, красотой в святах, а тут необходимое. Таким образом, что тебя побуждает заботиться, то, по-моему, должно отвлекать тебя от такой заботливости. Если ты скажешь, мне потому должно заботиться о пище и одежде, что они нужны, то я напротив скажу, потому-то самому, что они необходимы, ты и не должен заботиться. Если бы они были излишни, то и тогда надлежало бы не отчаиваться, но с твердым упованием ожидать покаяния их. И раз они необходимы, то и сомневаться об этом не следует. Какой отец не захочет доставить необходимого своим детям? Так и поэтому уже Бог непременно подаст нам нужное. Аминь.